Привет! С вами снова повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Поехали! Сегодня я предлагаю приготовить суп из сушеных лесных грибов. Для этого нам понадобится сушеные грибы. Предварительно они у меня были промыты и замочены на 4 часа. Я взяла 2 упаковки по 40 грамм. Так, масло сливочное, сметана, 2 столовые ложки муки, лучок, морковка, 2 зубчика чеснока, лавровый лист и душистый перец горошком. И внимательно, опционно, вы можете добавлять, а можете не добавлять. Это картофель. Я буду готовить с картофелем. Итак, поехали. Для начала наши промытые грибы и 2 литра воды. Я опускаю в воду, и они будут вариться 40-60 минут. Итак, поехали. Так, ну вот, прошел час, и я теперь достаю грибочки в отдельную. Так, надо достать все грибки. Грибы. Так, достаем. Надо все повылавливать. Запах, конечно, грибы пахнут. В Польше очень популярны супы. Вот, особенно с грибами, и поляки знают в них толк. Очень много людей в выходные приезжают в леса, и всем семейством идут собирать грибы. Так. Ну вот, как-то большую часть я выловила. Так, теперь ставим отдельно, добавим сюда воды, потому что за час достаточно выкипело. Так, ставим сковородку, сливаем в воду. Сливаем воду с нашего картофеля и картофель в этот бульон, в котором варились грибы. Я еще раз повторяю, что картофель – это опционно. Хотите – добавляйте. Не хотите – не добавляйте. Так, мы будем готовить на сливочном масле. Для этого сейчас мы растопим. Я уже подготовила морковь с луком. Так,
В картофель еще опускаем перец и лавровый лист сюда же. Так, и сейчас мы будем обжаривать. Так, еще нам надо наши грибочки, которые мы удачно выловили, миленько порезать. Ну, достаточно мелко. Так, пока вот разогревается, мы начнем резать грибы. Произвольно. Главное, чтобы не было крупно. Вот они у меня сварились так хорошо. Так, в разогретое маслице наш лучок. Так, до прозрачности. Смотрите, вот приблизительно в таком состоянии лучока мы добавляем морковочку. И вот ее будем обжаривать, ну, минуты 3-4, чуть-чуть, чтобы она прихватилась. В это время мы порубим чесночок. Если у вас есть чеснокодавка, это будет идеально. Но так как у меня нет, я измельчаю. Еще пока у нас овощи готовятся, нам надо сделать одну такую вещь, как заправка для супа. И, кстати, в Польше такая заправка очень популярна и вот используется во многих супах. Так, у меня 300 грамм сметаны, мне надо взять 200. Это 2/3 баночки. Раз. И сюда мы добавляем 2 столовые ложки муки. И теперь нам это все надо перемешать без комочков. Можно взять венчик, можно ложкой. Так, теперь в наши овощи мы добавим мелко порезанные грибочки. Так, и тоже чуть-чуть их как бы обжарим, чтобы они сок пустили. Так, и добавим чесночок. Перемешиваем все. Это буквально на несколько минут.
Ну все у нас готово. Чуть-чуть мы вот так вот обжарили, и теперь мы добавляем в наш супчик. И добавляем нашу заправку. Так, добавила. Теперь оно теперь должно повариться. И я добавлю приправы. Значит, какие приправы я добавляю? В принципе, вы можете добавить то, что вам нравится. Я добавляю сушеный лист петрушки, любисток и пожитник. Я вот это все перемешала по чайной ложке и добавляю сюда. Так, теперь поварится. Картофель должен хорошо свариться. И супчик наш как бы загустеет. Соли и варим. Смотрите, какой красивый. Ну, красота. Выглядит очень аппетитно, да? Ну, такой вот нехитрый супчик, который порадует и вас, и ваших детей. Так, мы солим супчик. По вашему вкусу поперчите обязательно. Так, ну все, суп. Так, после того, как суп готов, в идеале, чтобы он 20 минут постоял. Вуаля! Суп с лесными грибами по-польски готов. Понравилось? Подписывайтесь, оставляйте комментарии, присылайте свои рецепты, которые мы можем воспроизвести на моей кухне. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша повар от Бога.